расскажу вам историю, от которой вы тоже будете в шоке. Мне написала одна пенсионерка из России, которая сказала, что ненавидит Соединенные Штаты Америки. На что я ей напомнил, что Соединенные Штаты Америки спасали ее страну и страны на месте России от голода множество раз, не считая ленд-лиза. Соединенные Штаты Америки принесли знаменитое советское мороженое в ее дом. На что я резонно спросил, и это и есть благодарность за то, что вас спасали? Вы бы видели, что началось в комментариях. Я заблокировал очень многих людей за угрозы и оскорбления. Оказывается, если некоторым людям в России напомнить, что США спасали их и их предков, причем множество раз, то это, оказывается, является оскорблением. Причем оскорблением Родины, оказывается. Тем самым я поливаю Родину грязью. И это мешает им ненавидеть Соединенные Штаты Америки, потому что им по телевизору почему-то про эту помощь никогда не говорят. А я хочу спросить, вот это и есть благодарность за то, что их и их предков спасали от голода? Вот так вот люди говорят спасибо? Казалось бы, я просто напомнил исторический факт, да? Ничего такого особенного я не сказал. Я напомнил, что США спасали Россию и страны, которые были до России, от голода. Да, как бы это было. Это исторический факт. Но оказывается, если об этом напоминаешь, будут люди, которых это оскорбляет. Я не понимаю. Оказывается, по мнению некоторых людей, это является оскорблением Родины. Как это понять? Когда спрашиваешь, где твоя совесть, люди пишут, да как ты смеешь оскорблять Россию? Как ты смеешь спрашивать про совесть? И такое мне тоже писали. А потом меня спрашивают, как ты думаешь, Вася, изменится ли что-то в России? Ничего не изменится. Мне это пишет не Путин. Мне это пишут не чиновники из его окружения. Чиновники сменятся, а люди-то будут те же самые.